друзья, с возвращением на мой канал. Сегодня для вас новый видеоролик. У нас идет продолжение огромного пак-опенинга. Игра уже двигается к своему закату, так что много такого контента к нам приходит. Мы открыли 11 или 12 пиков, где присутствует игрок команды сезона или игрок путь к финалу. Это у нас Евро или Копа Америки. Контент был сегодня интересным. Эдер, 93 рейтинг, не самый дешевый в своей сборке, 122 тысячи. Самый дешевый игрок этого рейтинга стоит около 80 тысяч. Это у нас Мурата, то есть это уже, если вы фанат Португалии или Эдера, тогда да, в противном случае, наверное, все-таки нет. Но также вот этот пак, который мы, собственно, открывали сегодня, 170-180 тысяч, да, не дешево, скажем так, но с другой стороны, рейтинг сейчас очень высоко стоит. За счет апгрейдов его можно как-то накрафтить, мы это делали сегодня на стриме, в принципе, получилось. Также, если мы подумаем немножко в сторону тотсов, потому что минимальный тот сейчас стоит на маркете 70 тысяч. То есть это как минимум вы уже половину спорки можете вернуть за счет того, что вы поймаете любого тотса. Вот, а дана нету на маркете, соответственно, 50 тысяч это не актуальная стоимость. В среднем 65-70 тысяч самый дешевый. Так что в любом случае половину вы отобьете. А как в плане удачи, может упасть игрок на миллион, может упасть игрок как мне, не дешевый. Ну, одним словом, в ролике увидите, поделитесь впечатлениями. Да, друзья, как обычно, этого видеоролика есть спонсор, это Папа Карло. Уже идет закат FIFA, если вам нужно дособирать свою команду мечты, можете обратиться к нему за монетами. Также в случае, если у вас монет слишком много, или вы уже хотите с игры уйти, можете ему эти монеты продать. По промокоду TRADEMASTER на покупку вас будет ждать 10% скидка. Все ссылки на моего партнера будут в описании под этим видеороликом. Дроп красный. Очень хороший. Интересует Мбаппе. Ох, поймал Мбаппе. Ну, смотри, у тебя хороший дроп. У тебя вот с красных, у тебя с красных нападала прям куча топчиков. Пик с трех кумиров. Шиш. Кто тебе интересен? Кого бы ты взял? Ну, если честно, они все три крутые. Я лично бы пошел, взял бы Анри, но, возможно, Марадонна. Потому что я люблю, это самое, я люблю динамические фотографии. Что ты думаешь? Кто тебе нужен, мистер First? Я думаю, я не знаю, кто тебе нужен. Или ты сам уже выберешь, не просто уйти с аккаунта. Так, давайте мы проверим удачу на этом аккаунте. Ну, это уже удача. Это покупил ты. Гулит. Гулит Прайм. Это удача. Поздравляю за Гулита Прайм. Кантона Прайм. Поздравляю, это тоже удача. Бест. Поздравляю, тоже удача. Купил все-таки, да, купил. Я подумал, если еще и здесь тебе повезло, но это уже будет очень здорово. Да, это у нас или тот, или игрок путь к финалу. Я не знаю, кому я больше обрадуюсь. Ну, скажем так, Канцело это хорошо. Это хорошо, Канцело. Но я бы хотел больше. Чтобы вы понимали, этот парень, у него доход от трансферов составляет 50 лямов. 50 лямов плюс. Ну, кто здесь может подойти? Фоден. Купил Фоден. Заказываю. Ну, Коля, здесь опции у тебя не осталось. Ну, у нас сейчас будет пик, тотс или игрок команды путь к финалу. Это мой аккаунт. Это мой новый центральный защитник Кэмпбелл, который мне упал за свапы. Вот, он отправляется напрямую в СБЧ, потому что это дубликат. Мы его скидываем. То есть Чиранальдо. Ну, возможно. Здесь только один вопрос. Коля, будет хуже или не будет хуже? Я дам прогноз, у меня будет лучше, чем у тебя. Я чувствую, хороший. Бен Йедер! Здравствуйте, мистер Бен Йедер. Ха-ха, мистер Рад. Собственным, это самое, репертуаром.
Поздравляйте меня, поздравляйте, мне нравится. Бен Йедер на базу. Сразу же, чтобы хейтеры не хейтили, у нас здесь покупка, не паклок. Об этом я знал, этой покупке. Так что поздравляю. Вот здесь хорошо. 208 матчей, 233 гола. Ух! И это хороший тоже дроп. А что с Бруном? Неужели Бруно упал? Бруно ты купил. 1 400 000 купил, походу, недавно. У нас пик. Ну, пока что лучший, по-моему, был у меня. Вот, лучший был у меня. Рубен Диас, и причем без вариантов. Ну, теперь есть Канцело, теперь есть Диас, связка Сити. Это Викинг-лига состав. Это состав по текущей Викинг-лигу. Как у тебя этот парень играет? Я слышал, что это очень сломанная карта. Так, смотрим. Кого брать, братан? Я бы брал, наверное, Мукиелы. Так, у нас что? У нас еще один пак. Я не видел ни одного зеленого игрока. Ни одного. Тотсо есть в каждом, а вот зеленого не было еще. Ля Круа упал. Ну давайте я посчитаю это большой победой. Здесь Ля Круа на аккаунте нету. И это крутой эндгейм игрок. Так что поздравляем. Это один из трех. Это или путь к финалу, или Тотсо. Но я еще раз говорю, я не видел ни разу карту «Путь к финалу» до сегодняшнего момента. Ты знаешь, я возьму тебе Ореоля. Здесь спрашивать даже не буду. Давай, поехали. Нифига себе, вот и зеленые карты. Я ни одной не видел. Да, бери Феликса, он модный. По-любому. Гнабри типа такой себе. В этом году его сделали просто помойкой. Ну все, это здорово. Я считаю, это лучшая карточка за сегодня. После моей. Пусть Слави... А, это игрок с трой команды. Давай только без Феликса. Скрывай. Главное не Феликс. Мертвым аккаунтом я бы точно не назвал. Уругвай. О, это Нандес. Это худший. Йоу. Ну что, поехали. Это, наверное, у нас заключительный пак. Я думаю, это у нас заключительный пак. В прошлый раз было круто. Педро Гонсалвеш. Ну, блин, рейтинг получили. Да и он играбельный, это крутая карта. Я за него играл много матчей. Он прикольный. Он реально прикольный. Таким вот коротким получился наш с вами видеоролик. Пишите в комментариях, кто упал вам в этой сборке, если вы ее собирали. Будет интересно почитать. Также поддерживаем, как обычно, лайками, подписками, если на канале впервые. Пока.